Управляющий Подольской епархии архиепископ Подольский Люберецкий Акси посетил Троицкий храм поселка Измайлово, где совершил божественную литургию. Для православных верующих пасхальное время продолжается до праздника Вознесения Господня, потому не случайно именно в этот период архиепископ решил посетить Ленинский округ, чтобы совершить здесь торжественное богослужение. Мы приветствуем друг друга словами «Христос воскресе». Ну и вот с этой вот такой доброй, хорошей миссией, радостной в первую очередь и для прихожан, и, конечно же, для меня, я прибыл сюда, в этот храм Святой Троицы, в Измайлово, чтобы здесь помолиться. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Подольского епархиального управления иерей Константин Семенов, благочинный Видновского церковного округа иеромонах Сафроний Горохольский, настоятель Троицкого храма протоиерей Дмитрий Шпанько, клирик Троицкого храма иерей Дмитрий Шуба. Песнопение исполнил архиерейский хор под управлением Анастасии Кузенко.